Доброе утро, солнышко. Good morning. Welcome. Зайду. Тапочки. Ах. Ну, значит, сначала мы с мужиками пошли пить пиво. Да ты ж супермен. Да. А потом мы смотрели футбол. Да ты ж супермен мой. А потом мы ужинали. Да ты просто суперменище мое. Ну да, милая. Ну, почему ты меня суперменом называешь, да? Да потому что трусы поверх штанов только супермен носит. Ой-ой-ой-ой-ой. Дорогая! My expressible wife! Your superman in the house! Там-дру-ду! Слушай, что ты мне... Рожа твоя знакома. Ты случаем не из Воронежа? С Воронежа. О, блин. А в каком году родился? В 83-м. Да ладно. Да. Так и я ж с Воронежа, и тоже 83-го. А в каком роддоме? Во втором. И я во втором. А в школе в какой учился? 37-й. Вот тут врешь уже. Я тоже 37-й. Давай пятеру, братан. Ничего, давай выпьем тогда. Фриденто. Добрый вечер, Андреевич. Как наши дела? Ну, нормально, хороший день. Выручка, правда, как обычно, но посуду не били. На субботу день рождения для мальчишки заказали. Это хорошо. Ну, вон. Близнецы Сидоровы опять не узнают друг друга. Так это ж хорошо. Ты где был? Где спал? В спальне-то кто у нас? Мама в гости приехала. Мама, ты чего молчала-то? А что это за молодец? Посылать его, что ли? Так я с ним 10 лет не разговариваю. Завтракать давай. Нет! Где ты была? Ты знаешь, что мы с отцом всю ночь не спали? Мы водку корвалолом запивали.
Почему ты пришла в 5 утра? Я что, виновата, что в 5 утра, кроме как домой в этой дыре, больше некуда пойти? Ну что ж ты, рядовой Килька, бестолочь такая! Приказали тебе принести со склада 3 доп-комплекта УЗК. Ну чего, казалось бы, проще? Так нет. Товарищ прапорщик должен тебе слюни потереть. Сопроводить, понимаешь? Да, товарищ прапорщик, а ключи-то мне никто не дал от склада. Ну ты что, не положено ведь? Видишь ты, ключи ему подавай. Там же гранаты, автоматы. Значит, палатка. И вообще, ты головой-то думай. Гилька, тебе голова-то на что там? Товарищ прапорщик, вы язычок бы высунули. Легче станет. Странный ты какой-то, рядовой Килька. Хотя... Но вообще ты не совсем бестолковый, рядовой Килька. Помогло. Это люди! Кто-нибудь? Алло! Алло, скорая? Да! Тут человека переехало катком. Диктуйте адрес. Адрес сейчас. Улица Лесная, дом 18, 20 и 22. Привет. О, внучок. Привет. Ух ты, горячий-то какой. Да ничего, уже лучше. Не успел весна начаться, у нас уже инфлюенция, симуленция. Ты раздевайся. Да ладно, я на минутку. Куда мать смотрит, а? Говорила же тебе, не бегай ты голым по улице-то, ролики-шмолики. Я тебе тут клубничку привезла. Баб, ну зачем? Ладно, ладно, бабка знает, что на ноги поставит. Вот, целых 6 дисков. Начни с легкого. Анжелика... А. Рыбка. Рыбка. Я, кстати, в молодости золотую рыбку поймал. Да ладно. Ну и что она тебе сказала? Она мне предложила на выбор. Либо хорошую память, либо отличную потенцию. И что ты выбрал? Я не помню уже. Я в трусиках. А в какие?
В розовых. А поподробней? 90% хлопка и 10% синтетики. Прошу, пожалуйста. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, проходите за ширмочку, раздевайтесь. Доктор. А? Доктор, я разделся. Прекрасно. Одеваемся. Вы что, осматривать меня не будете? Ни к чему. Вы абсолютно здоровы. У вас отменный слух. Одеваемся, уходим. Зая! Ага. А Зая? Вот смотри, как интересно. Блюдо на завтрак. Я сегодня утром понял, что наш холодильник женского рода. Да? Да. А почему? А потому что в нем нет яиц. Романтика. Да. Котик, а ты смог бы меня любить, как Данте любил Беатрич? А? Хочешь за мороженое сбегаю? Нет, ну давай попозже. Или как Петрарка любил Лауру. Может, в ресторан сходим? Ну давай не сейчас. Ну, или как Ромео любил Джульетту. Знаешь, я в детстве только каштанку читал. Хочешь, за задницу укушу? Давай. Чего ты? Ну смотри, вот еще одно. Смотри. Я тебе принесу подснежник. Как узнаю, что он в цвету, разбросаю руками валежник и в сторонку его отнесу. Я не буду трогать руками этот нежный подснежник в лесу. Я запомню его ноздрями и ноздрями тебе принесу. Да ты чего сегодня? Ну, ваш заказ. Смешно. Жена красивая, умная, ну, готовит, а фигурка, мордашка, зарабатывает. Муа! Изменяет, что ли? Так они все, у кого фигурка, изменяют. Слушай, если бы изменяла, а? А что, еще хуже, что ли? Все гораздо хуже. Гораздо. Она постоянно меня хочет. Ей постоянно надо, понимаешь? А, я тебя понимаю, да. Я смотрю, глаза красные, исхудал весь. Да я как кролик в ежедневном режиме, понимаешь? Я в обморок скоро буду падать. А я тебе совет дам. Ты за это дело деньги с нее бери. Чего? Ну вот захотел, к примеру, на кухне. 5 баксов. В прихожей 10. В ванной 15. Точно? А в постели вообще 20. Уверяю тебя, желание быстро отпадет. Ну? А чё? Идея? Давай! Я так и сделаю. Рыженький. Дорогая, я дома.
Я тоже дома. Я готова. Я хочу. Я хочу. Не, я хочу. Я хочу. Сядь. Да? Я хочу внести наши сексуальные отношения некоторый финансовый аспект. Вот прейскурант. Ознакомься. Легко. Че, легко-то? 20. Стоять. Че? 2 раза на кухне и 1 раз в коридоре. Пойдем. Молодой человек, купите букетик, а? Отстань, не до тебя сейчас. Очень зря, неделю стоять будет. Неделю, говоришь? Ну, жена рада будет. Тогда давай все. Ой-ой-ой, хорошо. Ой. Кукушечка! Кукушка! Слушай, а скажи, сколько мне жить осталось, пожалуйста? 5-7 секунд, детек дорогой, пока я глоблю не нашла, скотина! Ой-ой! Алло, дорогая, ты где? Я в норе. Да не в норе, а в Рено. Машина называется Рено, а не нора. Жаль, что я тебе Пежо не купил. Да-да? Здрасте, можно? Проходите. Мне кажется, вы у нас уже были. Был. Запомните-ка мне вашу фамилию. Парамонов. Парамон. Простатит. Нет, Иван. Разберемся. Так, тепло? Тепло. А вот так? Ой, так еще теплее. А так? Так уже жарко. А вот так? Ну, слушай, ну хватит уже баловаться с кондиционером, ложись спать давай. Thank you.
Маня! Оу! В сад пойдем. Чё? Чё-чё, говорю, в огород пошли. Сюрприз тебе приготовил. Ну? Ну? Сюрприз особенный. Ну так давай. Ну так чё? Полезай. Ну, чё нашла? Маня! Маня! Ну, день рождения. Чё это? Чё-чё? Ты ж хотела шубу из норки. О? Мань! Доча! Мань!